о чем просил Всевышнего пророк Мухаммад, мир ему. По милости Аллаха Всевышнего до нас дошла сунна пророка Мухаммада, мир ему, его образ жизни, его действия, его наставления и слова. Это образец для современных верующих, для каждой сферы их жизни. Посланник Аллаха, мир ему, обладал самым лучшим нравом, лучшими привычками и самым лучшим поклонением. Самыми лучшими были его воззвания, дуа к Аллаху, с которыми мы в стремлении к совершенству в своих дуа также можем обращаться к Аллаху. О чем просил пророк Мухаммад, мир ему, в своих молитвах, это действительно то, что надо каждому верующему. О чем просил пророк, мир ему, Всевышнего? Первое. О покорности Аллаху. О Аллах, Ты меняешь наши сердца. Сделай наши сердца послушными Тебе. Второе. О прощении. О Аллах, прости меня, будь милосерден ко мне, даруй мне здоровье и риск. Третье. О защите от зла. О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от зла, которое я совершил и не совершил. Четвертое. О благе в обоих мирах. О Аллах, даруй нам благо в этом мире и в мире вечном. Защити нас от мучений ада. Пятое. О защите от ада. О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от огня ада, мучений ада и зла от бедности или богатства. Шестое. О благословении Всевышнего. О Аллах, я прибегаю к Тебе от того, чтобы Твое благословение покинуло меня. Я прошу Тебя сохранить дарованное мне Тобой здоровье. Я прибегаю к Тебе от внезапных мучений и любой боли. Седьмое. О защите от нафса. О Аллах! Я ищу помощи только у Тебя одного. Приведи в порядок мою жизнь и не оставляй меня наедине с моим нафсом даже на мгновение ока. Восьмое. О душевной силе. О Аллах! Прибегаю к Тебе от слабости, трусости, старости и скупости. Я прибегаю к Тебе от мучений могилы. Я прибегаю к Тебе от беспокойств этой жизни и смерти. Девятое. О защите от греховного. О Аллах! Я прошу у Тебя того, что дарует Твою милость и Твое прощение. Я прошу Тебя удалить меня ото всех грехов и достичь самого лучшего, достичь рая и быть спасенным от ада. Десятое. О здоровье. Господь мой, даруй мне здоровье в этом мире и мире вечном. Господь мой, даруй мне здоровье и прощение в моей религии, моей жизни, моей семье и в моем имуществе. Господь мой, прикрой мой позор, освободи меня от моих страхов, защити меня от них спереди, сзади, справа, слева и надо мной. Я прибегаю к Твоему величию от страхов, которые находятся подо мной».